Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Сегодня мы разберем один из самых странных самолетов 4 ранга, а именно советского истребителя Як-3У. Странным его делает неоправданно высокий боевой рейтинг 6.3. Вот не знаю зачем, но при выходе патча на основу его внезапно подняли, хотя на дев-сервере истребитель был на БР 5.7. К чему это было изменение, непонятно. Сейчас Як-3У попадает к реактивам чаще, чем к поршневым самолетам, а там его летно-технические характеристики не позволяют его использовать как полноценный истребитель. Во-первых, нам мешает низкая максимальная скорость по флаттеру, которая не превышает 700 км в час. Это, конечно, особенность многих советских самолетов, но все же они находятся гораздо ниже по боевому рейтингу и редко встречают реактивы. А вот наш Як липнет к ним как магнит. Другая странная особенность Яка – это его сверхпрочное крыло, которое не ломается от вражеских снарядов, не деформируется от флаттера и даже выдерживает полученный урон от тарана. Вот это я понимаю, сталинская дельта-древесина. Этим самолетом можно леса рубить, не то что воевать. Ладно, это все шутки, но ситуация на самом деле страшная. Тем не менее, мы подходим ко второму пункту – это вооружение. На Як-3У установлены две 20-мм пушки Березина с общим боекомплектом на 240 снарядов. Этого очень мало с учетом того, что нам приходится стрелять на большие дистанции, ибо по-другому сбить реактив не получится. Он просто оторвется от нас по скорости. Урон у советских двадцаток специфичный и порой очень рандомный. Я перепробовал все ленты, но какой-то эффективный из них не нашел. Все они по урону плюс-минус одинаковые. Одинаково плохие. Единственное, что получается сделать, так это поджечь противника. Ну или свою пятую точку из-за низкого урона пушек. Я понимаю, что советские пушки не отличаются поразительной эффективностью, но порой задаешься вопросом, а чем я стреляю? Особо это видно с увеличением расстояния. На 600 метров любая другая пушка разносит самолет в щепки, а Б-20 почему-то наносит лишь попадание. Хотя отмечу, что экипаж она выбивает достаточно неплохо. Из последних лент я начал использовать универсальную, мне она показалась наиболее приемлемой. Но опять же возникает потребность в снарядах, которых вечно не хватает. Постреляли в реактив, а у нас уже половина боекомплекта испарилась. Приходится только таранить, ибо у нас неуязвимый самолет. Ну, если отбросить высокий боевой рейтинг и всякие недочеты, то по остальным летно-техническим характеристикам истребитель хорош. Пересадка двигателя М82FN пошла Яку на пользу. Взлетный вес самолета увеличился всего лишь на 100 кг, а мощность двигателя заметно возросла на 560 лошадиных сил, из-за чего Як-3У быстрее разгоняется в горизонте и также быстро набирает высоту. В маневренном бою Як себя чувствует превосходно, но только на низких и средних высотах. Если против нас поставить, к примеру, Як-3 ВК-107, то на большой высоте у последнего будет значительное преимущество. Так что не старайтесь забираться на большую высоту. При встрече с поршневыми самолетами лучшая наша тактика – это маневренный бой. Як-3У на скорости перекручивает практически любого истребителя. Главное, в подобной дуэли не подставиться под другой подошедший истребитель. Но с поршнями мы попадаем в один бой очень редко. И посражавшись вдоволь с реактивами, я отправился в симуляторные бои. К счастью, там Як воюет исключительно с поршневыми самолетами. Они хоть и послевоенные, но это уже не так важно. По управлению Як-3У неплох, он не такой устойчивый как Ла-7, но все же его не так часто срывает на виражах. Правда, вот другой двигатель чувствуется сразу, и самолет заметно сносит в сторону, но летать на нем все равно приятно. Также у него отличный вид из кабины, видно абсолютно все и даже не приходится выглядывать за бронеспинку. Як-3У будет исключительно истребителем, подвесного вооружения у него нет, и поэтому можно сказать, что это его недостаток. Конечно, вы можете попробовать поштурмить из пушек, но это особого результата не принесет. Все же малый боекомплект не дает разгуляться даже заядлому штурмовику. В заключение, хочется сказать, что сейчас Як-3У находится не на своем боевом рейтинге. На 5.7 или 5.3 самолет показал бы свои главные качества и стал бы, по крайней мере, играбельным, что наглядно демонстрирует нам режим симуляторных боев. В миссиях, где нет реактивов, Як отыгрывает отлично, потому что ему не приходится уворачиваться от постоянных заходов с высоты, спешки стрелять в догонку в надежде, что какой-нибудь из наших снарядов зацепит вражеский реактив и тот упадет. Он просто летает и выполняет свою поставленную задачу. Я очень надеюсь, что Яку изменит боевой рейтинг хотя бы немного, иначе мы получаем еще одну непригодную машину, которая будет постоянно пылиться в ангаре. Исторически Як-3У был построен в единственном экземпляре весной 1945 года. Это был самолет смешанной конструкции, сочетавший на тот момент мощный двигатель М82FN и фюзеляж от Як-3.
Зачем это было нужно? Ну, во-первых, двигатели ВК-107 были капризны в эксплуатации и требовали постоянных доработок. А во-вторых, советские инженеры хотели построить истребитель, который бы превосходил все остальные полетно-техническим характеристикам. Испытания данного самолета проходили с апреля по июнь 45-го. Несмотря на хорошие показатели, его все же отправили на доработку, где заменили деревянное крыло на металлическое, произвели герметизацию капота двигателя и выполнили некоторые другие работы. По итогам взлетный вес самолета удалось сократить с 2792 до 2740 кг. И кстати, судя по этим данным, в Air Thunder у нас все же стоит деревянное крыло. Впоследствии самолет был доработан в сентябре 1945 года, но он оказался ненужным, так как война уже была завершена и советская промышленность медленным темпами шла к созданию реактивных самолетов. Однако на основе Як-3У была создана учебная машина, и она называлась Як-11. Вот такая история. На этом видео подошло к концу. Не забываем поддержать канал лайком, хендшелем и подпиской. А я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.